Бельгийский суд освободил бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех его соратников. Мадрид обвиняет их в подстрекательстве к мятежу после провозглашения автономии и независимости от Испании. С подробностями наш корреспондент Андрей Войтович. Именно из Брюсселя бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон будет защищаться от обвинений со стороны Мадрида. Четко рассчитанный план именно так описывает действия пресса Бельгии сегодня. Но накануне экс-глава Женералитата и четыре министра в изгнании добровольно сдались бельгийской полиции. Следователи допросили Пучдемона вчера и уже после полуночи приняли решение отпустить бывшего лидера Каталонии, но при определенных условиях. Отныне Пучдемону запрещено покидать территорию Бельгии без разрешения следствия. Он обязан при любой необходимости явиться на допрос.